куда, знаешь, выслать? В Эфиопию их надо выслать. Там мегаполис, наверное, там Эфиопия, ну, это страна, но там, наверное, как мегаполис, грубо говоря, там в Африке совершенно, как, знаешь, ну, там говорят, что там бедность, ну, бедноту, то есть все, что говоришь, в Нью-Йорке все живут на улице, знаешь, ну, сейчас не будет. Они, может, Эфиопию хотели как раз атаковать, а там они ничего не могут выдавить. Их всех туда выслать, над ними все будут ржать там, что они такими техниками тут пытались всех заколбать, сейчас мы поняли. Откуда-то поехали, значит, мы сейчас поняли, там же все это знают, ну, сейчас понятно, неспроста Эфиопия у всех на слуху, всех как бы Эфиопия, а как оттуда вывести всех, кто там светлокожие, ну да, нахуя, все, что, понимаешь, там гигантский контент, все, что орать, даже отели, ну да, в других территориях, там рядом с Эфиопией, орать, что вот СНГшники атакуют Рашку и здесь атакуют, и что в Рашке опасно находиться на западной части континента, там, материка Евразия, знаешь, континента, знаешь, что там в Африке, там опасно, тем, кто там находится, светлокожие, опасно, знаешь, мы сейчас поняли. А кто будет ржать? Ну, африканцы будут ржать над ними, что те, эти, вот этот amount гигантский сюда поехали, здесь такое вытворить, мы сейчас поняли. Количество, ну да. И все, знаешь, спал. 2 плюс 2, знаешь, равняется 5, знаешь. Арифметика проста, знаешь, а вопрос, так или не так, знаешь, 1 плюс 1 равняется 3. Теория относительности, знаешь, Эйнштейна. Время тянется как сопля, знаешь, если положил руку, знаешь, на горячую сковородку, знаешь. В то же время с СНГшницами время быстро пролетает, потому что только с ними, знаешь, в одном помещении оказался, сразу оттуда вышел. Знаешь, подонок! Выбежал, знаешь, подонок! Да, ну, я, ну и вообще, знаешь, подонок прила. Пятерочка. Выпил за их здоровье. А, все, 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 все. Да и вообще, что знаешь, при чем здесь миксология? Да, пью водку, что сами сейчас заходи. Thank you. Bye. Good luck. Крутые ребята, сейчас не знаю, что. Классно. Вот, пожалуйста. Вот я не зря это вспомнил. Когда в Киеве с тобой вообще приходит, тебе человек так охуительно, знаешь, мы сейчас охуеем. Здесь просто, видишь, вот эти, я поэтому ору, знаешь, эти мутят, мы сейчас охуеем, блядь. Что все как повысылать этих всех. Все, три ответвления мной обозначенных уже. Знаешь, мы сейчас охренеем. Там, понимаешь, я по приезду их ёбнул,
Они все разбежались, потом я тут работаю баром, то все классно, знаешь. Потом начали они же ебашить. Мы сейчас поняли. Ай скажет, ну я, знаешь, то, что на видео, знаешь, я не стараюсь делать. Опа. А хули мне на свои видосы, знаешь, стараться делать сальто. Мы сейчас хуеем, блядь. Все, просмотр пока не проявлять. Там что-то, вот проявить просмотр, вот буду стараться, знаешь. Пошел ты нахуй, Антона. Ну давайте, я сейчас еще раз постараюсь, уже пятерку, знаешь. Водочка, знаешь, свои ставки, знаешь, у меня уже пресс разболелся, знаешь. Пойди сигарету здесь, знаешь. Так, все. Дальше, далее, что, значит. Еще раз пошли потом, знаешь. С трех шагов, бля. С трех я охуею, знаешь. По прямой. Визуализация. Мы сейчас спойлерим. Что пониже ставлю, второй, третий. Мы сейчас спойлерим. Я вообще от наклонного чуть-чуть дерева, опять же, у себя в, там 7 шагов делал, понял. Не прямое, а чуть-чуть наклонено там под 15 градусов. Че? Вот, Лёва, видишь, я как свежий, хороший, все хорошо, делаю нормально. Без всяких этих, блин, без того, что ноги ломаю все. Я так и так это делаю, что высылаем по 100 долларов в день. Я буду все нормально чувствовать, знаешь. Значит, там в Рашке я все время тренировался каждый день, а сейчас у Ёбыша я буду высылать, что будет. Что-то пошла орать, блин. Я и там бухал все время. И по пьяни все время все делал. А у меня сейчас какой экспириенс. Ну, не опыт, а подходы вообще там. Ты такая, блин. А то, что у меня наоборот, что вот у меня, что я не отдохнувший, что с помоек хаваю, блин. Все время только этим занимаюсь, а не саморазвитием. То вот, пожалуйста, я в кивасть ногу себе вывихнул. Ну, сломал, раздробил, знаешь. А там я все время прыгал, что физическое здоровье, это хорошо. Вот в школе физра есть. Там у нас на физре ровно. На олимпиаде по физкультуре, которые все шутят. Вот программа, там сальто вперед, сальто назад, фляг вперед. Там все дела, блядь, знаешь, что-то. Оба-оба, спам, подожди, спам, ну ты меня.